первое, что сделал нынешний директор, это построил вот этот туалет. Так что... В 1828 году Лев Толстой родился. Здесь он прожил около 60 лет и здесь написал более 200 своих произведений, включая романы «Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресенье». Где бы Толстой ни находился, он всегда стремился сюда, в Ясную Поляну, потому что только здесь он находил покой, душевное равновесие. И вот эту любовь к своей усадьбе Толстой передал своим детям. Однажды его сын назывался этой речкой Ясенка. Еще одна версия по названию деревьев, которые здесь растут в огромном количестве, это ясени, то есть Ясенная Поляна. А в конце 18 века хозяином Ясной Поляны стал князь Николай Семенович. Это березовую аллею, которую в семье Толстых назвали на иностранный манер Пришпек. Название сохранилось, но березовая аллея. Лошади в Ясной Поляне. Видите, это теплица. Стояла огромная двухэтажная оранжерея, где выращивали не только редкие растения, но также персики, абрикосы, дыни, арбузы. Все эти фрукты были на столе у князя Волконского, а урожаи были иногда такими большими, что их даже отправляли в Москву на продажу. При Толстом оранжерея какое-то время сохранялось. Там в особенно жаркое время Лев Николаевич работал. Там, например, были написаны первые главы повести «Толстого юность». Ну а сразу после женитьбы писателя оранжерея сгорает. На ее месте были построены тепличные сооружения, которые функционируют до сих пор. А сразу за теплицей находится парк, который называется Клины. Самый старый парк усадьбы. Если деревьям вот здесь в Нижнем парке около 180 лет, то липам в парке Клины уже более 200. Парк достался Волконскому еще от прежних владельцев, и этот парк развит во французском стиле, то есть отличается геометричностью, чувством симметрии, и свое название получил тоже не случайно. Дело в том, что четыре липовые аллеи посажены четким прямоугольником, и вот этот прямоугольник пересекают диагональные проулочные дорожки, образуют и линии, тем самым дают название этому парку. А вот при Волконском парк Клины воспринимался как концертный зал под открытым небом, потому что князь очень любил музыку, и здесь в Ясной Поляне держал небольшой крепостной оркестр. Они формы специальные. Верховых и рабочих лошадей. Эта традиция не утрачена до сих пор. До сих пор в Ясной Поляне разводят русских и английских рысаков. Вот здесь птичные, санитарные сараи, хранили хозяйственные инструменты. А вот впервые вопросы о ведении хозяйства, о получении доходов с этого хозяйства встали перед Толстым в 1847 году, когда он 19-летний юноша стал хозяином Ясной Поляны. По семейной традиции родовое имение получал младший сын. Младшим оказался Лев, родовым имением Ясная Поляна, поэтому Лев Николаевич получил в наследство 1200 гектаров земли, это усадьба и 5 прилежащих к ней деревень и 330 крепостных душ мужского пола. Но тогда Толстой учился в Казанском университете на втором курсе, но принял решение оставить университет, его не устраивало обучение там, приехать сюда, в свое родовое имение и стать идеальным помещиком. По приезде увлеченно занимался хозяйством, разводил скот, держал пасек, увеличивал площадь сада и писал своему другу Фету о том, что теперь у него в Ясной Поляне и пчелы, и овцы. И все идет понемногу, хотя плохо сравнительно с идеалом. А спустя год после женитьбы Лев Николаевич и Софья Андреевна чувствовали себя совершенно счастливыми людьми от того, что совсем сделались по ним. Все-таки Лев Толстой теряет интересное хозяйство. Гостиница одного конюшня. Всего 35 яблок.
приказания по хозяйству. Свечающие стала отдавать мамы. Школах, но и другие науки насчитывали до 16 предметов. Преподавали чтение, рисование, математику, физику, естествознание, церковное пение, рисование. И особенностью школы было еще то, что учителем был сам Трав Николаевич Толстой. Обстановка в школе была очень свободная. Дети решали сидеть за парой, на подоконнике, на полу. Ясно, понятно. Мира, ну что? Мы тоже находимся сейчас здесь, в Ясной Поляне. Тут прямо практически напротив нас сухое дерево, где я был не высадком. Это именно то дерево бедное, тот старый яд, который был при Толстом. Так, ну и теперь давайте быстренько пробежим на веранду, там на диване. Придется без тапочек. Так, да, я вас всех. Да, она не переспросила. Не понимала. Не перебывать там. Кого-то тут уже. В подмалевке Татьяна сказала: «Ах, Таня, разве можно так писать? Надо вот как». Исправил неточности, дал несколько уроков живописи, и Татьяна попросил портрет закончить. Поэтому считается, что у портрета Марии Львовны два автора. И на этой стене еще один портрет Софьи Андреевны, жены писателя. Такой ее увидел художник Серов. И Лев Толстой всегда отмечал поразительное сходство Софьи Андреевны с ее изображением на портрете. Ну а самой Софье Андреевне портрет никогда не нравился. А вот предметом особое предание, что даже свое белье граф отправлял втирать в Голландию, потому что считал, что русский прадед, князь Николай Сергеевич Волконский, дед писателя, по материнской линии, умный, гордый, даровитый, так говорил о нем Лев Толстой, настоящий аристократ, большой любитель музыки, и, наверное, вот эту черту от него князь Волконский унаследовал. И из отцовского черновика. Иногда это не удавалось даже самому автору. Ну а работал Лев Толстой, сидя вот на этом низком детском стульчике, потому что от природы был близорук, но очков никогда не носил и любил работать, сидя на таких низких детских стульях. А вот по вечерам Толстой никогда не писал, потому что считал, что в пишущем живу. И Лев Толстой был первым русским писателем, записавшим свой голос на вот такой прибор. Ну а сразу после смерти писателя Софья Андреевна сделала музейными две комнаты. Одну из них, вы сами уже посмотрели, это кабинет писателя. Сейчас находимся в спальне писателя. Здесь обратите внимание прежде всего на мебель. Практически вся мебель досталась здесь Толстому по наследству. Шифоньер когда-то принадлежал тетеньке Йоргольской, умывальник отцу. Вот этими предметами быта Толстой ушел 3-4 дня с перерывами на ночевке. И в последний раз, когда он совершил такую длительную прогулку, ему было 63 года. А вот еще одним увлечением Толстого считается его занятие физкультурой. В молодости одной рукой он поднимал около 5 пудов, это приблизительно 90 килограммов, а в старости упражнялся с гантелями, которые сейчас вы можете видеть здесь, на полу около умывальника.
Здесь же в спальне обратите внимание на портрет, потому что на этих портретах, наверное, самые близкие Толстому люди. Вот у изголовья кровати портрет, еще и тем, что это единственная комната в доме, которая никогда не меняла своего назначения. На две вещи я ваше внимание хочу обратить. Во-первых, это была работа с черновиками и рукописями Толстого, поэтому нередко комнату эту называли ремингтонной по названию вот этой печатной машинки системы. Видите, на потолке вешали продукты в мешках. Летом здесь хранили зимнюю одежду. При Толстом эту комнату стали отапливать. Мы, наверное, уже зачастую. Все остальное в доме подлинное. Даже была самой тихой комнатой дома. Смотрите, какой толщины здесь стены. Ни один лишний звук из большого дома в эту комнату не проникал. Поэтому печа, дьявол. Здесь Толстой начинает свое последнее художественное произведение «Хаджи Мурат», которое закончится в кабинете на втором этаже. Ну а когда Толстой свой кабинет перерос, Лев Николаевич пытался покинуть Ясную Поляну. И уже в возрасте 82 лет он принял окончательное решение уйти из Ясной Поляны навсегда. Он зашел сюда, в эту комнату, чтобы попрощаться с Александрой. Взял с собой своего доктора и друга Душана Маковицкого. Но Софья Андреевна оставила лишь прощальное письмо, в котором та прочитала: «Мой отъезд огорчит тебя. Сожалею, но прости и поверь, что иначе поступить я не мог. Моя жизнь в доме стала невыносимой. Я не могу более находиться в условиях роскоши, в которых жил до сих пор, и делаю то, что делают обычно старики моего возраста. Ухожу из широкой жизни, чтобы в уединении и тиши провести последние дни моей жизни». Станция Остапова в Липецкой области. Тогда это была неизвестная станция, но уже через несколько дней эта станция стала известна всему миру, потому что именно на этой станции Толстому был поставлен диагноз воспаление легких. Именно на этой станции через 10 дней после ухода Толстого из Ясной Поляны его не станет. Это случится 7 ноября в 2010 году. Но обращение с Толстым, проходило все-таки здесь, в этом доме, в котором он прожил около 50 лет, через 2 дня после смерти писателя, в комнате для приезжающих. Эта комната тоже находится на первом этаже. Последняя комната, предоставленная для осмотра. Мы с вами сейчас туда пройдем. 15 века, поэтому, конечно, этой библиотекой Толстой особенно дорожил. А потом комнату перегородили шкафами, вот за этой перегородкой стали размещать гостей усадьбы. Здесь гостили Тургенев, Фет, Юрий Скони, многие другие известные люди. Поэтому еще одно название комнаты – это комната. Именно в этом кабинете Толстой написал роман «Анна Каренина» и дом Льва Николаевича Толстого, который мы сейчас посетили, с композитором Татьяной Смирновой. Подожди, экскурсовода нам надо найти еще. Ульи. Лев Николаевич некоторое время занимался пчеловодством. Аллея в Ясной Поляне. Yeah.
Мы идем к могиле Льва Николаевича Толстого. Если мы 5 часов выезжаем, мы, значит, даже где-то к 9 будем заниматься. Это мы. А эти сейчас еще подтянутся. Могила Льва Николаевича Толстого. Ну как? Это на меня какой-то. Конная школа в Ясной Поляне. Парк Клины. Семь лучей расходятся в разные стороны. Ясная Поляна. Сегодня 27 мая 2006 год. Это да. Дерево, а рядом другие такие же хорошие. А, между прочим, какая сильная энергетика. Да, да. Тепло дает. Такое? Тепло? Оно такое, вот какое-то вот легкое что-то. Оно легкое, вот оно. И вот вы почувствуете тепло. Нет, вот только не касайтесь. Ага. Нет, оно не то, что тепло, оно дает энергию чистую, такую энергию божественную. Тепло тоже приглушает тепло. Это и есть энергия. Она прохладная, чуть прохладная. Нет, а я ощущаю теплая.
Да ничего нет, спасибо, не мешай. Слушайте, а вы знаете, они, что они не широкие, они как бы дубли. Они дупли и это. Потому что листья, посмотри, не дупли и это. Это ясень. Наверное, это ясень. Прям вот так вот вы не прикладываете, а вот так вот чуть-чуть. Нет, ну чуть-чуть. Да. А рядом стоят другие деревья, им тоже хочется, чтобы да, попробовали. Да, тоже обидно. Им обидно. Да. Нет, они все летали. От всех. А вот там река. А где могила? Я не вижу. Вот, смотри, 11 номер. Вот мы там и были. Афонина роща. Нет, а где могила? Трешпец. А вот скамейка Толстого, девчонки, надо туда. Дом Волконского. Вот до скамейки мы что-то не дошли. А вот дом Волконского вот так вот на плане, во всяком случае, намного больше, чем дом. Парк Лене, посмотри. А вот мы были в этом Лене. Да, 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 молодой сад. Вот сад большой. Теплица. Купальня. А, это была купальня, видишь. Вход в Ясную Поляну. Трамвай в Туле. Максим, ну это я, не заработал. Ну ладно, ну пока тогда. Тула, центр. Это Успенский женский монастырь. Давай. Смотри, вот радуга. Смотри, какая красота. Это хорошо. Это доброе. Отсюда можно в Москву уехать. Вот здесь маршрутки, вон видите, желтенькие стоят. Садитесь и за 100 рублей в Москве будете. Да. Мы сворачивали вот со Щекинской дороги туда вот круто направо. Я про это говорю. Там пешочком только. Это из Москвы маршрут. Да. А вот отсюда. Отсюда на маршрутке можно. Можно. Маршрутные такси там вот стояли, когда мы сворачивали. Ясные Поляны, ближайшая станция дороги. Там автобус музейный, вы в него садитесь, они вас привозят в Ясную Поляну. Это входит в стоимость, да. Электрички? А уже там, в Ясной Поляне, вы покупаете билеты. Хотите просто гулять, не, без музея, просто входной берете и по территории гуляете сами. По стоимости различаются. Осталось от вот этого, видишь, все разрушено, от этого дома, комплекс будет.